Включаю микрофон. Добрый день. Проверяем звук. Все в порядке. Звук есть. Итак, здравствуйте. Все, кто подключился, здравствуйте. Сегодня по техническим причинам не получилось подключение прямого через YouTube, поэтому делаем запись, работаем в Мирополисе, и потом можно будет просмотреть, кто не смог к нам подключиться, можно будет посмотреть на уже официальном канале. Итак, меня зовут Любовь Федорова, для тех, кто будет смотреть первый раз. И мы поговорим сегодня о дубликации. Мы рассматриваем тему дубликации в нескольких, ну, точнее, скажем, 8 вебинарах, где все задачи спонсора, все задачи строителя команд, так скажем, управленца командами, создателя своего бизнеса, маленького или большого, мы рассматриваем подробно по одной на каждом вебинаре. И вот сегодня у нас третья тема, мы поговорим о планировании временем, об управлении своим временем. Первые две мы уже рассмотрели. И сегодня поговорим о времени. Что такое время? Время – это достаточно уникальный такой ресурс, который невосполнимый, мы не можем его подарить, мы не можем его остановить, не купить, не передать, не ускорить, не замедлить. Да? То есть время, оно идет, тикают минутки, секунды нашей жизни, и даже есть такая своего рода загадка, что у нас одновременно удлиняется и укорачивается, да, и это жизнь, это наша жизнь, это тот период времени, который мы прожили, то есть мы, жизнь одновременно с течением времени вроде бы удлиняется, мы прожили большую, хорошую, красивую жизнь, да, это будет зависеть от нас, насколько она будет красивая, интересна, и одновременно она у нас укорачивается, то есть тот отрезок, который нам уже остался. Поэтому если мы научимся правильно распределять свое время, правильно управлять им, не терять его попусту, то, конечно же, тот отрезок жизни, который мы проживем, он будет намного интереснее и, может быть, сказать, продуктивнее. Так, сейчас буду сразу заодно смотреть, что мне пишут. Пустое, что пустое? Ладно, хорошо. Вот, мы понимаем, что время невозможно экономить. Как бы мы ни говорили, что вот нужно экономить время, да, мы не можем его экономить. Мы его можем только потратить каким-то другим образом на вещи с какой-то большей ценностью для нас, для нашей жизни, для того занятия, которым мы занимаемся. И хочу сказать, что то, что мы сегодня говорим о планировании, это относится к любой сфере нашей деятельности. Я не зацикливаюсь конкретно на нашем проекте, да, это в рамках проекта мы учимся ставить цели для того, чтобы можно было и уделить время проекту, и своей личной собственной жизни, для того, чтобы жизнь была наша интересной и вместила все, что мы хотим. Да? И учимся общаться с людьми, разговаривать, планировать. То есть эти темы мы рассматриваем более обширно, для того, чтобы наша жизнь была реально продуктивной. Они пригодятся вам в любой сфере. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь. Да? Это я, наверное, говорю человеку, который написал комментарий. Вот. Смотрите, для чего, какова вообще цель планирования? Какова цель? Это увеличение нашей продуктивности. То есть, если мы научимся грамотно управлять своим временем, то мы и много успеем, сможем делать более эффективно работу, сможем делать домашние свои дела и отдых тоже, потому что, когда мы говорим о планировании, мы планируем не только наши дела, нашу работу, наши те занятия, которые приносят нам прибыль, но мы точно так же в обязательном порядке планируем свой досуг, планируем время, проведенное с семьей, с детьми, планируем время для своего собственного отдыха, для того, чтобы мы могли заряжаться энергией и идти дальше, двигаться. Мы не можем, как роботы, только работать. Вот именно для этого нужно планирование. Важные дела у нас одно время для важных дел, остальное время у нас для себя и для отдыха. Да, точно так же, как есть поговорка «сделай дело, гуляй смело». Да, если это дело запланировано, мы быстро сделали, все, мы можем свободно тратить время на себя. То есть это вообще-то управление временем, это самый важный, самый необходимый ингредиент успеха, да, если мы говорим реально о бизнесе. Потому что только вот умение правильно распределить время, и от этого зависит наша вообще эффективность. То есть если мы почитаем какие-то умные книги, статьи, ролики, то мы найдем очень много интересных высказываний по этому поводу. Например, существует правило 6П, то есть правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. Да, это тоже, и тоже можно об этом много-много-много рассказать, потому что ну, то есть, как бы расписать, разложить все по полочкам, почему лучше планировать, почему, какие показатели от этого зависят, да. То есть планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не существует. Мы даже когда говорили о целях, я приводила пример со строительством дома, например, да. То есть мы все равно сначала, допустим, делается чертеж, делается какой-то набросок, все равно представляется что-то, какое-то видение этого дома, который мы будем строить. Мы сначала все равно что-то визуализируем, а потом мы начинаем, приступаем к его исполнению. То есть мы составляем план, как мы будем действовать, и тогда переходим к исполнению. Есть таких несколько статистических фактов, я приведу. Например, есть правило 10 на 90. Если мы тратим 10% времени, мы потратим на планирование до начала выполнения этой задачи, то вот это планирование, эти наши действия сэкономят нам 90% времени при ее исполнении. Потому что когда мы... Ну, опять возвращаемся к тому же дому. Да? Если у нас нет видения, если у нас нет чертежа, если у нас нет плана строительства, и мы сразу начинаем, давайте будем копать, а дальше посмотрим. Да? Мы знаем, что начинать нужно с фундамента, давайте копать. Потом, оба-на, а мы там не там фундамент копаем, а нам надо было там провести геодезические работы, мы не провели. Да ладно, будем в другом месте копать, давай. Там мы на воду наткнулись, давайте в другом месте копать. Да? Ну и так дальше. Начинаем из одного материала, о, что-то не идет, давайте из другого, да, мы не продумали наперед, и мы действительно будем очень долго делать какие-то неправильные действия. Как только мы все это продумали, каждый наш шаг, то есть сначала мы, как мы их проходили по целям, мы сначала ставим это все как цели, а потом мы это все пишем уже как план работы, да? И тогда мы четко по плану работаем, и мы экономим свое время. Также еще один факт, что работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. Это тоже верно, это тоже проверено, я лично на себе проверила, на своем ребенке проверила. Я в молодости вообще очень любила, когда мама давала мне какие-то задания, я очень любила написать список дел, которые вот дает мне мама, потом то, что мне самой нужно сделать. И очень приятно было утром вставать и быстренько начинать. В этом я там смотрела, что для меня самое простое, что для меня самое легкое, я сейчас вот это быто. Все равно, неважно даже в каком порядке, сейчас я понимаю, что еще можно было его и упорядочивать, этот список по определенным таким параметрам, да, но тем не менее, когда начинаешь быстренько по списку все делать, вычеркнул, ты понимаешь быстро, на что тебе сразу нужно переключаться, вот на следующее дело. И высвобождается очень много свободного времени. Ты понимаешь, да, действительно, со списком я выполнила это все намного быстрее, чем это, если бы я это делала без списка, я бы вспоминала бы там, что мне надо делать, потому что кроме того, что нужно вспомнить, нужно еще подумать, что зачем мне легче сделать, как сказать, где будет наименьшее расстояние от первого до следующего дела, да, чтобы не хвататься за одно, за другое, за третье, и потом оказывается, что ты в промежутках теряешь какое-то время. Вот. Ну, смотрите, допустим, если мы берем работу по найму, вообще в целом, за что нам платят, за что мы получаем деньги. Люди, которые работают, допустим, на сменах по часам, они получают за определенные часы. То есть они выполняют определенную работу, и им за это платят. И, там, допустим, дежурства какие-то, да, там от нашей продуктивности, от нашей производительности вообще ничего не зависит. Нам платят только за часы, проведенные на работе. Да, ну, есть такие должности, которые действительно от нас не зависят. Просто ставка и все. Там, допустим, у тех же врачей, у учителей, если это просто, или у воспитателей, например, да, учителя там могут дополнительные уроки взять. У воспитателей в детском саду у них просто ставка. Вот. Конечно, эффективность тоже важна, когда с детьми работаешь, но в любом случае бывает так, что ты просто выполняешь свою работу, и ты понимаешь, тебе платят за часы и все, за то, что ты находишься на работе. Но есть виды деятельности, где нам платят за нашу эффективность, то есть за то, сколько мы сделали, что мы сделали, как мы это сделали, да, то есть и здесь уже совсем по-другому мы подходим к работе, мы понимаем, что мы можем заработать, как мы можем заработать, и здесь мы можем распланировать, чтобы быть более эффективным во время своих рабочих этих часов, да, за которые нам будут платить, вот, то есть нам платят за результат, и мы будем стараться этот результат улучшить для того, чтобы получить больше денег. Вот. Поэтому здесь тоже мы понимаем, нужно нам планирование или не нужно. Это если мы, допустим, берем работу по найму, где мы работаем на зарплату. В принципе, точно так же мы можем и в том бизнесе, в том деле, которым мы лично занимаемся сами и работая сами на себя. Будет эффективность, у нас будет на выходе больше прибыли. Вот. Поэтому как бы мы ориентируемся на результат, опять-таки приходим к тому, что нужно планировать. Также на планирование, вернее, на конечный результат, на эффективность нашей работы влияют наши привычки. Полезные привычки, скажем так, они улучшают наш результат, вредные привычки ухудшают. И как бы мы не представляли себе, что какие-то там наши привычки могут быть не связаны, нет, на самом деле все это очень связано. Поэтому очень важно, когда мы, повышая свою эффективность, начинаем в своих привычках разбираться и немножечко их, скажем так, сортировать, да, включать более обогащающие привычки и выключать обедняющие привычки. Смотрите, и, например, скажу свой пример. Я делала по утрам зарядку 15 минут, 20 минут, то есть какую-то разминку я обязательно делала. И для меня было неважно, во сколько я проснусь. Это я буду в 8 часов ее делать утра, или я в 9 часов буду ее делать утра. То есть, и если бы вроде у меня не было каких-то важных дел, я могла встать попозже, все равно я ее сделаю, и все будет хорошо. Потом я придумала, что я хочу бегать по утрам. То есть я хотела добавить еще одну обогащающую привычку. То есть обогащающая – это же, ну, для всего, для организма, для пользы здоровья, для бодрости духа. Я не знаю, для того, чтобы повышение самооценки, да, это могут быть любые привычки. И я поняла, что бегать я в 9 часов не хочу бегать, когда там люди на улице, я хочу бегать в 7 часов утра. И я стала вставать намного раньше. И пробежки у меня были очень короткие. У меня пробежки были буквально на 15, на 20 минут. У меня был свой небольшой круг, и потом разминка после пробежки. Но я начала вставать на целый час раньше. И это вошло в привычку. И я понимала, что пробежка 15, разминка 15, но у меня целых полчаса появилось свободного времени, когда я реально могу потратить его на что-то полезное. При этом у меня уже бодрость духа есть, у меня уже, знаете, как-то батарейку уже зарядила, все, уже движуха пошла. Вот, это я, когда первый раз, вот я выиграла вот эти полчаса, и я их ощутила, и я поняла, что эти полчаса, которые я выиграла, они дают мне заряд энергии, и я гораздо больше в течение дня, вообще даже всего дня могу сделать, потому что у меня повысилась самооценка. Я стала говорить, ой, какая я молодец, я это смогла, это я успела, значит, я еще что-то успею, и начинаешь еще что-то в список себе добавлять. Да? То есть это, как говорится, это называется так, увеличивает рычаг благополучия, когда мы избавляемся от чего-то вредного, что ворует наше время, и добавляем то, что дает нам какую-то энергию. Вот. Дальше очень важно представлять уже себя эффективным, представлять, что у тебя уже все получилось, что у тебя классный результат будет. Знаете, представлять себя эффективным можно на таком интересном примере. Допустим, представьте себе, что вы ждете очень хорошую должность, такую хорошо оплачиваемую должность, и у вас будет происходить скоро собеседование с работодателем. И тогда мы к этому готовимся. Но представьте себе, что уже сегодня ваш работодатель за вами наблюдает. То есть представьте, что за вами ходит репортер с камерой и снимает все, что вы делаете в течение дня. Как вы просыпаетесь, как вы начинаете свой день, на что вы тратите время, как вы выполняете какие-то определенные задания, насколько четко, быстро, эффективно, да? И когда мы себе вот так представляем, что за нами кто-то наблюдает, поверьте, хочется взять себя так в кулак и сказать: да, я умею, я даже не буду сейчас показывать, что я могу быть лучше, чем я на самом деле, потому что я на самом деле так могу. И вот когда мы представляем себе этого оператора, то у нас совсем по-другому вообще проходит день, мы совсем по-другому будем тратить свое время. Также очень правильно, четко представлять свои цели, для того, чтобы мы могли распланировать вообще свое время, неважно, это будет на месяц план, да, какие-то долгосрочные планы или краткосрочные, кто-то пишет, может, план на неделю, кто-то план на месяц, кто-то на каждый день, да, можно вообще план на месяц разбить на отдельные планы понедельные и в неделе каждый день еще писать список дел, то нужно понимать, какие главные, ну, давайте 10 целей, да, у нас есть, которые мы преследуем. И тогда, исходя из этого, мы можем уже составлять планирование. То есть мы можем делать там от самой важной цели, от большего, идти к меньшему. Можно, сосредоточившись на главной цели, этот список, этот план сделать в виде дерева решений, да, то есть у нас есть какая-то главная тема, которую нам нужно сделать, опять-таки, неважно, это недельно, или это дневной наш план, и вспомогательные какие-то, да, дела, которые помогают, и тут же мы разбиваем на более какие-то мелкие, то есть прям вот действительно разветвляем, как деревце с веточками, да, и мы смотрим, что у нас там есть, маленькие какие дела мы можем быстренько сделать, да, чтобы прийти уже глобально к нашей большой цели. Вот. Также в планировании очень важно научиться действовать по принципу «съесть лягушку». Есть такая книга «Съесть лягушку», а эту книгу написал Брайан Трейси, если я не ошибаюсь. Да, она переведена на 42 языка. Что значит съесть лягушку? У нас всегда, когда мы напишем список дел, даже самых простых дел на день, у нас обязательно будут там такие дела, которые, ну, не очень приятные. И мы часто сталкиваемся с тем, что есть что-то, что нам нравится выполнять, а есть что-то, что нам не нравится выполнять. И вот если мы научимся вот это самое неприятное дело, самое сложное, сделать в первую очередь, то вот это и будет называться «съесть эту лягушку». Да? То есть, как Брайан Трейси это формулирует, что если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку, то утешение может служить то, что это самое плохое, что может с вами случиться за весь этот день. Да? Потому что как только мы его сделаем, как только мы вычеркнем из своего списка вот это вот самое неприятное дело, у нас гора с плеч, нам намного легче будет приступать к следующим делам. То есть лучше всего сделать в первую очередь вот это важное дело, потому что в противном случае у нас включается такое понятие, как прокрастинация. Это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений, всего того, что нам нужно сделать до последнего момента, которое потом впоследствии приводит к негативным результатам, к негативным последствиям, потому что нас это мучает, у нас какое-то чувство вины, чувство несостоятельности появляется, там, вплоть до душевных каких-то страданий, да, мы мучаемся от того, что мы никак не можем заставить себя сделать это сложное дело, и это нам сбивает нас, оно сбивает нас с настроя, и мы не можем даже простые дела делать. Нам не хочется делать, у нас не получается, у нас вся из рук валится, потому что мы беремся, может, за более простое дело, но у нас грузом висит то, что нам нужно сделать в первую очередь, то, что нам не нравится. Да? И, в принципе, есть, я так уже немножечко в научную сторону посмотрю, да, есть 5 видов прокрастинации, да, книга написана по этому поводу, и 5 видов. Бытовая – это когда мы откладываем домашние дела, да, с этим мы тоже сталкивались, вот я потом помою посуду, вот я потом то, я потом уберу, потом помою полы, и потом получается так, как бывает. Я потом помою посуду, она в раковине стоит, потом раз, внезапно приходят гости, и ты чувствуешь себя неловко, потому что у тебя в раковине не мытая посуда. Вот, ну это так, к примеру, да, потом принятие решений, да, прокрастинация такая, следующий вид – это принятие решений, то есть это когда человек не может принять решение вплоть до того, что он не знает, что я сегодня буду кушать, куда я сегодня пойду, там, да, до каких-то очень важных решений, то есть не может принять решение. Вот. Есть такая невротическая, это когда человек в жизни не может определиться, там, жениться, не жениться, какую мне профессию выбрать, куда мне пойти учиться, то есть человек мучается, вот сейчас прям мой ребенок заканчивает 9 класс, и перед ним стоит 2 пути, либо ПТУ, либо школа, и вот он думает, что же мне делать, может быть ПТУ, потому что уже школа надоела, там все-таки в ПТУ взрослая жизнь, но в то же время он боится этой взрослой жизни, вот, и вот сейчас у нас та же история, у нас сейчас третий вид прокрастинации, мы не понимаем, что ему надо делать. Ну вот, академическая, с этим мы все сталкивались, когда мы до последнего не пишем работу курсовую там какую-то или дипломную, никак не можем начать, да, потом в последний день хватаем и начинаем что-то делать, и, естественно, мы это делаем с негативом, мы это делаем, может быть, даже с каким-то таким... ну, грузом, потому что мы мучаемся от этого, мы не замечаем вокруг себя ничего. Особенно вот дипломники, когда нужно весной писать диплом, мы прекрасно понимаем, что у нас есть возможность начать выбрать тему диплома в декабре, начать это делать уже в декабре, январь, февраль, в зимние, пожалуйста, месяцы пиши. Так нет же, что мы делаем? Я сама недавно училась заочно. Что мы делаем? Мы в последний месяц начинаем бомбить диплом, когда на улице весна, птицы поют, хочется на улице первые солнечные деньки, а приходится сидеть днями и ночами писать этот диплом, да, то есть как бы мы с этим все сталкивались, вот. И компульсивная – это когда она комбинированная, это неспособность принять решение и также неспособность приступить к работе. Да, но это, конечно, больше надо для, может быть, психологов, кто работает с людьми, но тем не менее мне вот хотелось для всеобщего развития вот дать вам такие понимания, потому что мы, в принципе, в быту с этим тоже сталкиваемся, и часто мы сами в такой ситуации бываем. Да, и на схемке тоже видно, что как эти дела вообще переплетаются, что то, что я должен делать, то, что я хотел бы делать, и то, что я делаю, когда прокрастинирую. Да? Обычно мы знаем, вот ну, надо вот это, вот это бы мне хотелось, но я хожу и маюсь из угла и в угол, и вообще не начинаю это делать. Да? Вот. Поэтому очень в планировании важно уметь эти дела увидеть, распланировать, поставить их, может быть, на первое место, научиться съесть лягушку и все-таки это делать. Дальше. В нашей работе есть такой закон 3. Вообще в любой работе, в любой эффективности человека. То есть из всех наших знаний, которые мы вообще, все, что у нас есть, да, то, чем обладает человек, любой человек, неважно, какие знания, просто наш личный набор знаний, только 3 из них составляют 90% нашей стоимости. То есть наша главная задача – понять, какие дела мы умеем делать лучше всего, какие дела могут нам принести наибольший заработок, наибольшую эффективность и посвятить этим делам большую часть своего времени. То есть выявить в себе то, чем мы могли бы заниматься и чем мы могли бы заработать, прежде чем мы начнем вообще планирование своей деятельности какой-то в дальнейшем. То есть и это легко очень выявить благодаря трем вопросам. Если вот заглянуть себе вовнутрь и задать три вопроса. Если бы я целый день мог заниматься одним делом, какое дело принесло бы мне больше всего пользы? То есть мы смотрим и на пользу, и на то, что... Я хотел бы этим делать, я умею, я хочу, и вот оно бы мне принесло больше всего пользы. Второй вопрос. Если я бы мог заниматься двумя делами, какие бы два дела могли принести мне больше всего пользы? То есть что второе я добавил бы к своему первому? И третий вопрос. Если бы я мог заниматься только тремя вещами в жизни, то какое третье я добавил бы к двум своим первым? И вот тогда... Задавая эти вопросы, мы можем даже выбрать себе будущую профессию, будущий бизнес, будущее свое занятие и планировать. Да, вот это эти вопросы мы задаем тогда, когда мы занимаемся долгосрочным планированием, постановкой целей, что мы хотим делать, да, что мы хотим запланировать там, на ближайший год, на ближайшие 2 года, может быть. Да, мы хотим чем-то позаниматься таким интересным, там, поехать в другую страну, поработать там, что бы я там мог делать из того, что я умею, из того, что мне приятно, из того, что мне может принести доход. И вот таким образом мы можем определить, чем нам лучше всего заниматься, чем мы больше всего можем заработать. Например, смотрите, если мы возьмем менеджера, вот обычный менеджер, чем они занимаются? Они ведут собеседование, они нанимают людей на работу, проводят какие-то обучения и управляют этими людьми. Все, вот менеджер, руководитель, у него есть 3 дела, 3 способности, 3 навыка, которые, в принципе, ему в жизни помогают зарабатывать деньги. Вот его должность, вот его профессия – найм, обучение, управление. Если мы берем обычного продавца, да, то продавец, он умеет делать предложения, он умеет делать презентацию, и он умеет заключать сделки. То есть он доводит сделку, ну, до своего конечного результата. Вот 3 навыка, которыми должен обладать хороший продавец, который будет дорог работодателю и который сам тоже сможет этим заработать. Ведь мы, говоря о нашем бизнесе, о нашем проекте, мы тоже можем в какой-то мере назвать себя продавцами, да? То есть мы как продавец предложения. Вот. И вот когда мы научимся у себя выявлять, мы тогда сможем конкретно быть более эффективными и продуктивными. Вот. То есть главное правило вот этого закона 3 – делать меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить на них больше времени, совершенствуясь в каждом. То есть мы, когда выявим вот эти все свои навыки, мы их будем дальше совершенствовать, и тогда у нас наша эффективность будет получаться. И опять-таки, мы будем даже это совершенствование, мы будем планировать и смотреть, где нам нужно поучиться, какой нам нужно там тренинг, какой нам нужно книжечку почитать, да, какие знания мы еще хотим получить. Если мы перенесемся на участника нашего проекта, то какими навыками, в принципе, мы можем обладать для того, чтобы у нас был успех в нашем бизнесе? Чтобы мы из маленького бизнеса, из просто инвестора могли, допустим, стать хорошим инвестором с большой структурой, управлять этой структурой, помогать им и достигать определенных рангов. То есть что мы учимся делать в нашем проекте? Это приглашение на вебинары, организация встреч, презентации. То есть есть организация, да? То есть кто-то умеет красиво, хорошо, быстро, эффективно вести переговоры, кто-то умеет делать саму презентацию, то есть один умеет красиво пригласить, организовать людей, то есть зажечь их, дать вот эту вот интрижку, чтобы человек захотел прийти на презентацию, но саму презентацию, ну, не получается у человека вести, ну, не может он держать публику, допустим, там в течение, там, не знаю, 40 минут, да, ну, не может он. Поэтому, а кто-то умеет хорошо вести презентацию, да, кто-то ведет вебинар перед камерой, а кто-то перед камерой так и не научился вести вебинары, потому что говорит, ну нет публики, ну невозможно, ну очень тяжело работать, да? Вот. Кто-то умеет мотивировать, кто-то умеет приглашать конкретно в бизнес, то есть делать акцент на маркетинг и рассказывать, как можно заработать. То есть методы работы со структурой, презентации самого маркетинга, кто-то хорошо работает с возражением, заключает сделки и так далее. Так вот, Если мы вот из этого списка выделим какие-то 3 своих навыка и понимаем, да, я умею вот это, а вот тут мне не хватает немножко, я немножко поучусь. А мой сосед или мой друг, или мой человек из структуры, мой лидер, есть у него другие навыки, то вообще замечательно, если мы умеем вместе соединить свои навыки. То есть один пригласит, организует, второй сделает хорошую презентацию. Во-первых, смена лектора, диктора, господи, слово потеряла. То есть не один человек все время работает. Да? Очень хорошо, когда, допустим, я приглашу своих 2 людей, мой коллега пригласит своих 2 своих людей, да, вот у нас есть 4 человека, и мы с ними по очереди поработали. Каждый из нас сделал то, что он умеет лучше всего. То получается тогда очень хороший такой, ну, тандем. Да, и тогда, конечно, это будет намного эффективнее и намного результативнее и интереснее. То есть главное правило тайм-менеджмента – это невозможно переделать все дела. Когда мы говорили о списке контактов, нужно написать, пишем 100 контактов, да, то 100 контактов нужно писать, но не нужно писать список из 100 дел. Нет, выделяем главное. Как я уже говорила, мы выделяем главные, каких-то 10 наших целей, и потом дальше уже ориентируясь на эти цели, мы составляем списки, потому что мы можем составить себе такой список из 100 дел, мы можем запланировать, что мы в течение года, там, не знаю, откроем 3 компании, эти 3 компании нам принесут прибыль, там еще что-то, мы можем такого себе напланировать, да, но если мы не умеем все это разложить по полочкам, если мы не умеем этим управлять, то, ну, грош цена вообще этим планом, потому что, с другой стороны, у нас просто своих сил не хватит, мы понимаем, что нам нужно еще свои ресурсы немножечко рассчитывать, что сможем или не сможем, да, вот. И тут, конечно, когда есть очень важные дела, можно включается, такой закон принудительной эффективности. Это когда мы понимаем, что не на все времени никогда не хватит, но всегда мы можем найти время на самые важные дела, и тогда мы их выделяем в своем плане, да, вот. И мы это выделяем, конечно, какие дела в бизнесе для нас могут быть самыми важными. Конечно, это то, что принесет нам наибольшую выгоду, наилучший наш результат, конечно, когда мы ориентируемся на бизнес. Вот. Поэтому если мы будем, допустим, у нас будет список какой-то, к примеру, даже мы не выделяем какие-то важные, да, мы не расставляем их по приоритетности, то вполне возможно, что когда мы будем хвататься за одно, потом так, мы это не доделали, но мне надо было вот это в первую очередь делать, и когда мы будем бросать одно, возвращаться к другому, хвататься за другое, потом опять к этому возвращаться, то в целом наша эффективность снизится в 5 раз. Потому что мы меняем вид деятельности хаотично, да, и каждый раз нам приходится, возвращаясь к незаконченному делу, нам приходится вспоминать, что у нас было сделано, перенастраиваться опять, и мы, конечно, теряем это время. Вот. Также есть еще такой метод Эйзенхауэра, когда мы можем все группы наших дел, вот мы четко знаем, что нам нужно сделать, и мы тогда все группы наших дел делим на 4 группы, да, и разделить их на срочные, несрочные, важные, неважные. То есть на слайде видно, как мы можем их записывать, как мы можем их запланировать. Так, где-то у меня была подсказочка. Ладно, значит, смотрите, если у нас дела попадают в первую группу, где важные дела и срочные, то есть, да, по горизонтали у нас идут срочные и несрочные, по вертикали важные и неважные. Почему-то у меня не получается управлять мышкой, чтобы вам показать. Вот, и группа, в которую у нас попадают в первую группу срочные и важные дела, их обязательно нужно выполнять. Это вот те наши лягушки, возможно, потому что это те дела, которые занимают, они самые сложные, возможно, они занимают больше всего времени, потому что если мы, допустим, у нас есть список, и мы откладываем на потом важные дела, неприятные, мы понимаем, что они отбирают больше всего времени, и начинаем из списка выполнять какие-то мелкие, которые понемножечку времени у нас занимают. Так сначала это, а потом я уже приду к самому своему большому срочному делу. То у нас может получиться так, что у нас уже закончилось время, у нас закончились силы, у нас закончилось желание, у нас уже мы устали, и все. И мы либо его все-таки выполняем уже в стрессе ночью, вот, либо мы его не выполняем вообще, и мы в стрессе спим, понимаем, что завтрашнее утро я начинаю только вот с этого важного дела, с этой своей зеленой лягушки, которую почему я не сделал вчера, это же было бы намного лучше и легче. Да? Поэтому эти дела нужно выполнять. Вторая группа – это дела, которые у нас не срочные, но все-таки важные. Их мы не можем, вернее, мы можем их немножечко отложить, потому что они не срочные, но их выполнить все равно нужно. Поэтому мы их планируем. Мы их планируем. Третья группа – это дела неважные, но срочные. Мы их можем минимизировать. Мы смотрим, что делать с ними, куда их, в какую их группу перенести, может быть, что-то соединить, может быть… вообще не выполнять. Вот. И четвертая группа неважные и несрочные. Это как раз те дела, которые мы можем вычеркнуть, можем рассмотреть, подумать, нужно ли тратить на них время и вычеркнуть. Вполне возможно, что из этого списка у нас все уйдет, и мы не будем его делать. И таким образом мы высвободим себе время. Вот, то есть это как раз говорит о том, что это те дела в четвертом списке, которым мы можем сказать «нет». Очень важно научиться говорить «нет». Говорить «нет» маловажным вещам, маловажным делам. И научиться говорить «нет» людям, может быть, даже, которые отбирают у нас время попусту. То есть лучше один раз некомфортно себя почувствовать и отказать, и это произойдет в течение каких-то нескольких, может быть, секунд даже, да, чем вы потратите потом время и еще долго будете вспоминать, что вы потратили время даром, то есть вы и в тот момент, когда тратили это время с этим человеком, себя некомфортно чувствовали, все время у вас мысли возвращались к тому, что я бы лучше в это время мог сейчас сделать что-то, что у меня там в списке есть очень важное, да, что потом вы будете вспоминать, что, блин, почему я не отказал этому человеку, вот я сейчас не успеваю, да, то есть научиться говорить «нет», это на самом деле очень эффективный помощник. Да? Слово «нет» очень эффективный помощник. И еще можно составить рейтинг занятий под названием «Я больше никогда не буду этого делать». То есть подумать, что конкретно мы делаем абсолютно впустую, без всякой пользы, ни для здоровья, ни для наших мозгов, вообще ни для тела, ну ни для чего вообще пользы от этого нет. Вот, мы просто тратим свое время. Да? Ну, самый большой бич сейчас – это телефоны, это интернет, когда мы просматриваем пустые какие-то ролики, когда мы смотрим, читаем какие-то новости, через 2 минуты забываем, что мы там прочитали, светские сплетни или еще что-то. То есть… я для себя это полностью исключила и скажу так, что у меня, например, 5-й год дома отключено телевидение, то есть мы полностью отказались от кабеля, который нам дает телевидение. 5-й год уже, вот, ну, да, 4,5 года. То есть у меня нет никаких передач, которые включаешь телевизор, и они там что-то вещают. Да? То есть, во-первых, для того, чтобы не слушать этот негатив, который даже фоном он мне не нужен, и, во-вторых, чтобы не отвлекаться, потому что если телевизор будет включен, время от времени ты все равно остановишься и что-то там посмотришь. Выйдешь и забудешь уже, что смотрел. Да? Вот, то есть это первое, что мы сделали, это отключили телевидение. Ну и плюс, естественно, эти самые… У нас есть еще разные дела, которые каждый для себя выделит этот список дел, и если мы их исключим, то это нам тоже даст хороший плюс для нашей эффективности и для планирования каких-то более серьезных дел. Вот. Ну, естественно, наш интеллект в нашем бизнесе особенно, да и в любом бизнесе, это самое главное вложение, поэтому нам необходимо хорошо отдыхать, нам необходимо высыпаться, нам необходимо планировать не только бизнес, но и домашние дела и отдых, как я уже сказала. Вот, чтобы не забивать себе голову и не быть в хаосе, очень удобное время плана, составлять план на следующую неделю, это пятница после обеда, когда мы уже как бы практически закончили все важные дела недели, но мы еще не выключились из рабочего процесса, мы еще не ушли в выходные, у нас еще вот остался запас времени, ресурса, чтобы подумать, какие у нас важные дела будут на следующей неделе, что мы, может быть, с этой недели перенесли, да, то есть пятница после обеда самое хорошее время сделать хотя бы набросок на следующую неделю. Вот. Ну и, конечно же, очень удобно использовать разного рода ежедневники. Я понимаю, что мы можем очень много держать в голове, но ежедневники, особенно в бизнесе, нам помогают, где у нас идут планы, где у нас идут встречи, телефонные звонки мы планируем. Ну и ежедневники, конечно, мы можем разного вида делать. Да? Кому-то, может быть, удобно, чтобы прям по часам расписывать каждую неделю, он может просто вот открыл, и ты видишь сразу всю неделю, что тебе нужно делать. Я тоже люблю такой планер, когда каждый день у меня, то есть вся неделя на одном развороте. Вот. Кто-то, может быть, любит писать подробный план на день. Вот, то есть мы пишем, выделяем какую-то главную задачу, то есть мы можем сначала написать список на весь день, а затем быстренько их переставить, может быть, местами. Кто-то это делает в телефонах, кто-то делает в компьютере. Вот, я люблю старый метод, я люблю ежедневник на бумаге, все прописывать. У меня еще есть такое, наверное, память, визуальная память, да, когда я пишу, то я запоминаю лучше то, что я написала. И даже помню, когда училась и в училище, и в институте, я всегда ко всем экзаменам делала шпаргалки, но крайне редко я ими пользовалась, потому что у меня в памяти сохранялось визуально, я помнила, как у меня выглядит шпаргалка по данному вопросу, насколько тем я ее разделила, насколько пунктов, да, то есть потому что, когда ты сжимаешь сам этот материал, ты еще раз в голове прокручиваешь, но визуально я прям все это помнила. И точно так же с планом на день. Мне очень удобно, когда на бумаге, и тогда я их отмечаю, я их не вычеркиваю, я их не удаляю, как, в принципе, можно удалять в электронных записных книжках. Я отмечаю галочками, что выполнено, и тогда, когда вот ты видишь вот эти выполненные дела, это тоже добавляет такого энтузиазма нам, потому что мы, ну, радуемся, что у нас все хорошо получается, у нас все идет по плану, мы все успеваем. Вот, да? То есть, ну, списки можно делать разные, то есть вы можете там по приоритетности, можно просто об АВГД, и, в общем, ну, кто как может, кому как удобно, тот и так может делать, составлять этот свой план. Вот. Почему важно все-таки видеть эти все свои дела на бумаге визуально и видеть все, что отмечено, все, что выполнено, потому что каждое законченное дело, оно становится таким источником энергии, энтузиазма и уверенности в себе. Вот это то, что нас заряжает, когда мы видим, что я уже сделал одно, я сделал второе, я сделал третье, а когда у нас еще впереди на первом месте стояла наша лягушка, так вообще замечательно, мы говорим, вот, я сделала самое сложное, я сделала самое важное, какой я все-таки молодец, что я это не отложила на потом. Да? Вот. Потом вот эта энергия, этот энтузиазм, он заряжает нас, то есть вырабатывается у нас в голове такие гормоны эндорфины. То есть если мы регулярно это делаем, и вот мы раз все, мы все сделали, ура, я закончила, я молодец, у меня все получилось, то вот эта вот радость, наш мозг, он запоминает это состояние радости, состояние удовлетворенности, состояние уверенности в себе. Мозг запоминает его, и тогда у нас получается уже такая положительная зависимость. Мы утром, нам уже хочется на завтра иметь новый список, нам хочется приступить к исполнению этого списка уже, и хочется уже что-то делать, чтобы опять вот получить вот это вот состояние, да, вот это состояние счастья, какой я молодец, что у меня все получается. Вот. И тогда у нас будет появляться желание ставить более сложные цели, более какие-то большие планы, да, то есть у нас будет желание выполнять сложные задачи, у нас будет не то что смелость, у нас будет даже желание выходить из нашей зоны комфорта, потому что мы будем понимать, но если я это сумел сделать вот с такой легкостью, то почему я не смогу сделать более сложное дело? Я же вот я умею, я делаю, то есть это дает нам... уверенность и подталкивает ставить большие цели. И здесь как раз вот в этом нам как раз помогает планирование. Казалось бы, простое планирование, простые списки, но когда мы это правильно распишем, правильно его расстановку сделаем, правильно по приоритетности, правильно приступим к выполнению, да, то вот это нам как раз и позволяет ставить большие цели и идти к большим достижениям и в нашем бизнесе в том числе. Вот. Поэтому по большому счету это как бы все, что я хотела на сегодня вам сказать по планированию, чем хотела бы поделиться. И есть еще одно очень интересное задание, рекомендую его выполнить тем, кто ни разу его не выполнял, это составить такую диаграмму, из чего состоит наша неделя. Она состоит из 168 часов. И разбить на группы, которые мы выполняем вот в обязательном порядке, наши дела, которые мы делаем в обязательном порядке, да, то есть это наш сон, это какие-то процедуры, еда. Если мы где-то работаем, то время, которое мы добираемся до работы. То есть то, что мы делаем регулярно. И дальше мы посмотрим, сколько у нас останется времени на что-то другое. Допустим, на обучение, на образование, на спорт, на прогулки. И вот сделать такую диаграмму тех дел, которые действительно занимают время нашей недели, и посмотреть, визуально посмотреть, какая получится диаграмма. На самом деле моя диаграмма меня шокировала, потому что я поняла, что я много сплю, что я много маюсь, что я делаю какие-то процедуры, там, приготовление завтрака, кормлю семью, и что я это делаю долго. У меня на это уходит очень много времени, то есть нужно это делать как-то более компактненько, более быстро, да? И вот тогда я поняла, что если я встану немножечко раньше, то у меня больше будет не только времени, но больше будет сил, да, но тем не менее, чтобы мне хотелось встать раньше, я поставила себе цель пробежки, и таким образом, да, действительно получилось, что я начала менять немножко эту диаграмму. Так вот, если вы сделаете диаграмму, которая у вас есть сейчас, и попробовать рядышком посмотреть, какие вам отсеки, ну вот вообще не нравятся, что бы вы хотели изменить, и попробовать сделать диаграмму желаемую, то есть то, что есть сейчас, и желаемую диаграмму сделать, и сравнить их, и тогда вы будете видеть, что вам нужно запланировать, что нужно перепланировать, чтобы вот эти ваши секции, которые вы сейчас визуально, принудительно, на чертеже изменили, чтобы они изменились в реальности. Это, да, это такое, ну, как такой немножечко тренинг для себя, но он действительно помогает немножечко перепланировать свое время. Это как раз то, что называется управление своим временем, да? Управлять своим временем более эффективно. Все, на сегодня у нас все, я вас отпускаю, благодарю вас за внимание, за то, что были со мной, благодарю вас за просмотры, потому что я вижу, что вебинары просматриваются потом на YouTube, на канале очень много. Вот. Всем желаю хорошего вечера, всего хорошего, и кто желает, пожалуйста, переключайтесь на вебинар Владимира Маслова, сегодня тоже у него, он обещал, что будет что-то интересненькое из Вьетнама. Все, всего хорошего, до свидания, до новых встреч, до следующего четверга.